Ну, так сложилось, что летняя пауза у нас всегда очень короткая пауза. Ну, наверное, традиционно все-таки паузу эту мы заполнили отдыхом с семьей. Каждый постарался максимально переключиться на паузу такую вот, футбольную паузу. Вот, все провели время хорошо с семьями, с детьми. Кто, у кого была возможность, ездили на море, отдохнули, немножко поплавали. Вот. Но я думаю, ничего нового в этом я вам не скажу. По тому, что ребята уже собрались сегодня, с сегодняшнего дня мы начинаем свой учебно-тренировочный сбор. Ребята все съехались в хорошем настроении, уже где-то немножко и соскучились друг за другом. По планам у нас на первом сборе это будет основа закладывания фундамента физической подготовки. Хотя понимаем, что за ту небольшую паузу, которую мы отдыхали, мы не смогли растерять всех тех физических кондиций, поэтому будем очень внимательно подходить к тренировочному процессу, учитывая того, что очень сложные погодные условия, очень жарко. Вот, но тем не менее работать придется ребятам очень тяжело. На первом сборе у нас запланирован один спарринг, это 3 числа с командой уже премьер-лиги СК Днепр-1. Вот, 3 числа мы планируем завершить первый сбор, дать ребятам 2 дня отдохнуть и опять же собираемся на второй учебно-тренировочный сбор, где уже будет больший акцент сделан на тактические действия, взаимодействия, командные взаимодействия. Планируется сыграть 4 игры за этот период. И 27 июля уже стартуем в чемпионате первой лиги, где в этом году, я думаю, что будет очень серьезная борьба. Думаю, ничем она не будет уступать прошлому сезону, где до последнего тура, в принципе, решались призовые места. Поэтому я думаю, что в этом году мы ожидаем не менее острую борьбу вверху турнирной таблицы. Провел отпуск с семьей с первого до последнего дня. Вначале поехали на Кристины в Киев, к нашим родным. Потом поехали к моим родителям в Затоку. В Затоке побыли неделю, наверное. И потом неделю были у моего друга в Одессе. И моя дочка выступала на соревнованиях по вокалу. Такое совместили отдых и с нужными вещами. И так вот отдых и отпуск пролетел очень быстро, и, можно сказать, не заметили этого. Ну, вернулись с положительными эмоциями, рады друг друга видеть и уже соскучились за нашими прямыми обязанностями футболистов. Хотим от сбора получить подготовку хорошую к чемпионату, который будет еще интереснее, чем прошедший. И должны себя нацеливать на то, чтобы в первую очередь нивелировать те ошибки, которые мы допустили в том году, и двигались вперед. В основном в Одессе постоянно. С семьей провел, с друзьями. Встретил давних друзей, которых не мог посетить вот в момент чемпионата. Ну так, в основном такой активный. Море, пляж. В Одессе по-другому не бывает. Повыситься в классе в этом году на сборы, в планах хорошо подготовиться, наиграть еще какие-то комбинации, взаимосвязи, улучшить то, что у нас, может, не получилось в прошлом году, ну и выходить и добиваться результата. В основному це був відпочинок з сім'єю в сімейному колі. Ну, їздили з дружиною до мого друга і кума в Литву, там відпочивали трошки, а потім в основному тут на Україні, тому що якби мало часу в літній, міжсезоння літнє, то тому присвятив більше сім'ї. З сім'єю дуже важко розставатися, тому що, ну, на відстані дуже важко. Ну, сюди приїхали, звісно, емоції дуже позитивні. Друг друга не бачили давненько. І так поговорили, розказали, поділилися, хто де відпочивав. Все добре, все на підвищеному настрої, готуємося. Цілі максимальні будемо ставити, звісно.
плани тільки вигравати, а все остальне чемпіонат. Зараз розпочинаємо підготовку і вже за місяць стартуємо, тому побачимо, будемо готуватися. Я був вдома, ровний, за моя сім'я. І надо просто погуляю на басейн. Мій син перший раз на басейн ходив, він так любиш, і надо. Після опусти думаєш, блін, три неділі вже пішла як швидко, тільки ти хочеш повернутися на роботу і на ігри в футбол. Це наша робота і так треба робити. Думаю, тренер сам знаєш, який план у нас буде. Я думаю, фізично буде дуже складно. Тому після три неділі відпочиваю, треба заберу форму, і перші 10 днів буде такою. Потім я буду глядати.